Хороший интернет теперь появился на Крымском мосту. Во вторник, 1 октября, на острове Тузла была запущена базовая станция, которая обеспечила качественную сотовую связь и интернет на всей протяженности Крымского моста. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму заявил министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов. Он сообщил, что когда только началось проектирование Крымского моста, глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение небольшой участок земли на острове оставить в муниципальной собственности для строительства новой базовой станции. Монтажные работы начались в июне, а 1 октября состоялся официальный запуск в работу вышки на острове Тузла. Зырянов уточнил, что лично проверил качество связи на мостовом переходе через Керченский пролив. По его словам, голосовая связь и 3G имеются на всей протяженности Крымского моста. Более 60% перехода покрыто 4G. Кроме того, в течение полугода планируется добавить мощности новой вышки, что позволит обеспечить сверхбыстрый интернет во всех точках моста.